Если вы встанете на пути у такой личности, она приложит все усилия, чтобы избавиться от вас и добиться своей цели при помощи любых способов. Владельцы этого имени, подобные величайшему Канту, являются примерами наиболее удачного взаимовлияния Солнца и Урана. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Звук К в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. У обладателей этого имени чрезмерно развита рассудительность и чувство справедливости. Значение буквы Д говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Отсутствие гибкости в поведении и мировоззрении, привязанность к повседневной рутине и однообразию, упорство, настойчивость, строгость характерны для владельца этого имени. Это сильная личность, способная привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям любыми путями. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Победа обладателя этого имени – это лишь лучшее доказательство гибкости их ума. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Представители этого имени присущи такие качества, как мелочность и осторожность, нежелание рисковать, привычка верить исключительно в собственные силы, а также во все основательное, конкретное, во все, что можно рассмотреть, измерить или пощупать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.